Ребят, доброе утро. На часах 6 утра. Тусуюсь, как можете заметить, в маршрутке. Многие догадались, наверное, почему что я здесь делаю, а многие думают, ну, в маршрутке, ну, едешь куда-то. Но тут дело в другом, что смотрим сюда, а водителя нет. А где водитель? А вот водитель. И, короче, в этом ролике я вам расскажу, сколько зарабатывают маршрутчики, почему они гоняются постоянно со всеми. Короче, просто реально 3 дня на маршрутке и все. То есть это временно, пока делают красную бумагу, я катаюсь на своей прошлой работе на маршрутке. Поэтому погнали. Ну что, с чего же вообще начинается день маршрутчика? Ну, я думаю, несложно догадаться, ребят. Мы первым делом едем к наркологу и к механику. Вот я и подъехал и к механику, и к наркологу, все в одном месте, можете заметить, вон коллега стоит попереду, с вечера, ребят, заполняю путевочку, вот у меня путевочка, сейчас паркуемся к пятерочке, это, кстати, мой конкурент небольшой, и идем к наркологу первым делом. Ну что, механик с наркологом пройден, вот еще можете заметить, таксисты здесь проходят, ну, в принципе, я не сомневался, то, что я пройду, потому что я, ребят, не пью. Плюс ко всему, ну, машина у меня тоже в хорошем состоянии, то есть эта машина у любимчика шефа, поэтому, ну, как бы, должны понимать, то, что у любимчика всегда все хорошее, и все, поэтому все, механика нарколога прошел, наркологичка сегодня вообще как бы в настроении, все побалакали с ней, и у меня время позволяет, ну, все, в данный момент едем на конечку, мне до выезда 14 до 13, 37 минут, ну а ехать мне минут 5 до конечки. Ну ладно, постою, с коллегами лясы потащу, без этого тоже никак, это тоже идет в списочек, чем занимаются маршрутчики, как происходит работа, едем на конечку, в общем. Я, ребятки, на конечке, забыл сказать, прикиньте, вот по закону подлости, вот всю неделю была сухая погода, я выхожу как бы покататься по выходным временно, и вот выпал снег, и на улице плюс, то есть, короче, сейчас до обеда вымажу тачку, тачка будет корявая, и все, а в обед будет уже солнышко и все сухо, и, короче, 3 дня буду на корявой тачке ездить. Ну ладно, все это фигня, сейчас, короче, вот, паркуемся, ставим кассу на родину, открываем, грубо говоря, смену. Ну а дальше уже все увидите, все расскажу. Ну вон, короче, путало поехало, которая передо мной сегодня будет ездить. Реально путало, я не видел, кто водитель. Если там Эдзик, это будет жопа, потому что я его на прошлых выходных брал, мама не балуй. Кто думает, что типа я там осмотр не делал? Не, ребят, делал. Снаружи делал осмотр. Сейчас пойдем сделаем внутри. Вот она бричка, на которой я буду ездить. Неплохой спринтер, главное, что он едет, дай дорогу. По местам 20 лавок получается у меня. Вот эту шторку я открываю, потому что не видно, когда есть поворотик у нас такой один. Ну все, по салону все чистенько, красивенько. Ну, в принципе, я с утра видос начинал отсюда. Поэтому 5 минут осталось до выезда и... Коллега, ну, с моей же фирмой говорил, ой, суббота, что не очень, не, нормально. 2 круга, 100 билетов, это получается официальных. Ну, и там, естественно, были и неофициальные. И
идем, короче, на третий круг. В принципе, все ништяк. Вот этот бедняга страдает. Эта машина что-то за мной вторые выходные попадает. Ну, бедняга, короче, он что напарник, что это. Ну, а мне что, я зарабатывать бабки сюда пришел. У нас план, как на фуре 85 евро в сутки, так и здесь надо 85 евро в сутки зарабатывать. Так что такие пироги. Приеду уже на следующую конечку, покажу вам еще там пару, ну как вообще ездят. Пусть здесь одна программка, здесь у меня другая, которую надо включить. Люди немножко охреневают, когда видят 13 Pro у маршрутчика, ну как-то так, ладно, двигаем. Два с половиной круга позади, как бы немножко подустал, если чтобы, короче, надо поесть. Поэтому на конечке, в принципе, вон, видите, там стоит рынушка. И чувак продает обеды, поэтому, ну, в принципе, это всегда так было на конечке. И вот, короче, здесь пюре с поджаркой, стоит 5 рублей, поэтому почему бы не перекусить. Ну, а на вечер у меня есть пицца. Так что так, сейчас поем, потом что-нибудь вам расскажу. Так, ну и многим же интересно, чем же вот эти вот все ребята, которые гонщики, занимаются на конечке. Блин, ребят, ничем, то есть отстой получается в Алатове 20, сколько там минут, блин, 21 минута, и на второй конечке там минут 10, наверное. Ничем, вот сижу, ютубчик смотрю, в принципе. Если взять с собой ноутбук, можно было бы ролики монтировать, ничего бы не мешало. Как-то так. Ну, а так, в основном, там, станешь, это мелочуху вот эту поразлажишь. Мне вот это по 10, по 20 копеек беда. То есть, сейчас 20-ок много, а 10-ок мало. Ну, и под вечер их вообще нифига не будет. Кстати, кто не знает, я работаю на фуре. До этого был маршрутчиком. То есть, 4 года назад последний раз работал на маршрутке. Привычно или нет? Блин, наверное, знаете что? Одно непривычно. Это вот коробка механика, потому что у меня что ман мой на автомате, что легковая на автомате. Но опять же, ко всему привыкаешь. Я, кстати, спустя 4 года вот, сел сюда, и знаете, такое чувство, что и не вылазил отсюда. Поэтому, как говорится, руки помнят, что такие пироги. Ну что, буду досматривать ютубчик, выезжать на следующий рейсик, ну и дальше еще что-нибудь. Да, по-любому много чего буду рассказать. У меня там, я начирикал, что вам рассказать, чтобы не сбиться. Поэтому как-то так. Вот, вспомнил, что еще хотел сказать. Многие, наверное, замечали, что маршрутчики ездят, и у них вот такая вот карта на телефоне открыта. Вы, ребят, не подумайте, это как бы маршрутчик не по навигатору едет. Как у меня одна знакомая сказала, говорит, вы что, по навигатору едете? Не можете, вы, блин, запомнить дорогу? Нет. Тут смотрите, вот, например, моя машина, которая попереду. Ну, не попереду, вот, например, 17-я маршрутка, 18-я, вот видите они. Потом, как бы, ну и смотришь, и едешь. Опять же, может, обращали внимание то, что некоторые водителя ездят с наушником в ухе, там тоже передают, где кто едет. Это ребятки ездят по земле. Ну, по мне, так это беспонтово. Я когда еще на двенашке работал, много водителей обманывают. То есть он, передняя машина твоя, он, например, говорит, что он на площади, на самом деле он там еще батьки какие-нибудь даже не проехал. То есть там, ну, на полминуты, на минуту обманывают. Поэтому проще всего по программе. Не надо ни на кого, тут все видно, с каким кто минусом едет, как, зачем и почему. Поэтому, как бы, все супер. Следующая фигня, то есть вот мы ездим типа по расписанию. Ну, раньше мониторинг был, то есть за это наказывали. Плюс-минус одна минута и все там, если... Короче, чуть-чуть нарушил, то в одну сторону едешь порожняка. Поэтому жаль, что это убрали. Было бы, конечно, супер. А так, в принципе, как-то так.
Ой, стоим, подъел так добренько. Хотел, вон стоит чувак, все у нас там в салончике. Хотел кофейку взять, но сюда так лень выходить, короче, на следующей конечке возьму кофейку, попью. А в данный момент хлебанем водички. А, кстати, забыл сказать, прикиньте, я не понимаю, как это работает. Вот я ехал, можно сказать, в жопу своей машине. То есть я обогнал конкурента 12-ку по Белице и через остановку ехал от своей 18-ки. То есть я на 18-м маршруте сейчас. И что вы думаете? Я загрузился, то есть я выехал, у меня по лавкам все сидели. И просто люди были. И вот а 12-ка, ну, естественно, взяла за щеку. Так что так. Короче, как это работает, я не знаю. Бывает, идешь на 10 минутах разрыва, а бывает вот так вот и по красоте все. Ну, ладно, тут до выезда осталось 3 минуты. Короче, готовимся к выезду. Ребятки, ненавижу вот этих вот шакалов. Ну, шакалами я называю тех, кто, короче, у меня длинный как бы маршрут. А вот это вот двойка, пятерка, 27-й, такое, как шакалье, блин, цолкается. Но это шакалье может, ну, не коротенькие маршруты, но может подосрать добротно. И мне сейчас пятерка на зипе на Коминтерне подосрала. И тут уже 12-ку отпустил конкурента, и вот это чудо-юдо, блин, выехало. Жесть, короче. Ну, ладно. Главное, кстати, что я хочу еще сказать. Я, короче, сейчас последнее время тут катаюсь. И раньше я был как собака гончая гонялся. Только конкурент увидел, все, педаль в пол, полетели вместе. Сейчас как бы такого нет. Увидел 12-ку и что я сделал. Ну, 12-ка, чтобы вы понимали, это конкурент. И я просто-напросто взял и затянул ручничка, как говорится. Стал на остановочку, постоял пару минут и поехал дальше. Так что так, в салоне пусто уже, выросла капуста. Все благодаря этому мудаку. Он у меня одного малого украл, как говорится. Поэтому не так обидно, нам не пятерых, не десятерых. Ну, а мы двигаемся за кофейком. Короче, дело ближе к ночи. Он кому-то не повезло, но мне немножко повезло. Конкуренты у нас же не только маршрутки, но, естественно, и автобусы. И вот за мной 18 автобус. Следует по такому же маршруту, только я. Ну, что мы будем делать? Будем показывать ему дорогу. А задняя маршрутка будет 12-ка страдать, потому что автобус он не обгонит, так как я перед ним. Ну и все, как-то так. О, нифига себе там людей на остановке. Ладно, ребятки, будем катить бабосы. Да уж, не зря говорится, счастье любит тишину, короче, только стоило мне похвастаться и вам, и коллеге, то, что говорю, вроде люди есть, вроде все ништяк, и тут нате, получите, распишитесь, все, короче, полтора круга, капут, а это третий вообще, короче, что с той конечки поехал, с 17-кой гонки начались, потом 12-ка гонки, короче, блядь, человек 5 провез, вообще, жесть. Кстати, покажу вам немножко удобства. На конечках, типа, ну, туалет. Раньше его здесь не было. О, конкурент. Я думал, поеду на дырки, но нет. Передо мной 12-ка. Ну, ладно, за мной сзади машины, кстати, нету. Чувак съехал. Это значит то, что можно оттягиваться. Ой, дай дорогу, короче. Поэтому-то так. Кстати, спросите, чего там гоняемся, мы что-то вроде этого. Блин, ребят, тоже, знаете, неприятно. Так сейчас я ехал с 12-кой, гонялся. Почему я с ним погнался? Потому что у него огромная дырка была попереду. То есть передняя 12-ка и 18-ка, ну, поехали вместе. А он, короче, едет и мастурбирует. Ну, поэтому, ну, не хочешь ехать, я тебе помогу. Как говорится, сделаю тебе укольчик небольшой и погоню. Поэтому пассажиры у меня были, наверное, в шоке. Ну, в шоке, не в шоке, зато быстро добрались. Так, через сколько-то мне, через минутку выезжать. Заводимся, прогреваемся и едем дальше. Короче, первые гонки мои, четвертые выходные, это первые мои гонки были, когда я реально начал нервничать и психовать. Ну, надо успокоиться.